Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий, а вы на канале Пестрецов Шоп. И сегодня у нас на распаковочке посылочка, которую я получил в магазине Озон. А здесь находится кулер. Мы это даже видим из названия. Это 40 на 40 на 20 миллиметров. Вот, именно этот кулер, который я хотел заменить, собственно говоря, в принтере Creator Flash Forge 2, так как оригинальный кулер, который там находится, он достаточно шумный, и я подумал, что, возможно, можно будет изменить. Но потом, как бы мне пришла идея такая, что можно все-таки поменять его на более другой кулер, побольше диаметром 60 на 60 на 10. Вот, но в одной из моих прошлых распаковок мне пришло три кулера от продавца, где мне сунули не 60 на 60, а 50 на 50. Поэтому, соответственно, я уже заказал еще один кулер. Там уже будем смотреть. Вот. Что ж, давайте мы этот кулер откроем, попробуем, включим его, посмотрим, как он работает. Так, поехали. Электронные компоненты написано на скотче. А внутри мы видим вот такую вот маленькую коробочку. Все круто прям, хочу вам сказать. Может быть, даже и не надо, не будет никакой кулер на покупать 60 на 60. Может быть, сейчас мы этот включим, и он прям будет тихий-тихий. Давайте же мы это с вами проверим. Описание. Вентилятор DC-RQD-4020MS на 24 вольта. Тип. Вентилятор осевой. Номинальное напряжение 24 вольта. Номинальный ток 0,07 ампера. Потребляемая мощность 1,7 ватта. Скорость вращения 6200 оборотов. Производительность 7,8 кубических футов в минуту. Уровень шума 25 дБ. Материал. Корпус крыльчатка. PBT. Межосевое расстояние 32 мм. Тип подшипника S скольжение. Выводы. Два луженых провода. Вес 28 грамм. Высота 40 мм. Ширина 40 мм. Глубина 20 мм. Давайте посмотрим, как он вообще выглядит, этот кулер. Так, смотрите, у него нету никакой насадочки. По сути, крыльчатка выглядит точно так же, как в принтере. Остается на самом деле его просто включить, посмотреть. Сзади написано моделька и потребление 0,7 ампера. Для этого мы уже будем опять наш опробованный блок питания. Я включу, соответственно, мультиметр. Так, мы включили свет. Так, также я поставлю сюда шумометр. И давайте, наверное, начнем с 14 вольт. Так, давайте мы включим. Подключаем плюс. И подключим минус. Так, он пока меряет сопротивление, на самом деле, наш мультиметр. Так, поехали.
Слушайте, что могу сказать сразу? Он действительно шумный. С этим ничего не поделаешь. Это первое. А второе, что бросается в глаза, это, конечно, его вибрация. И которая, ну, действительно, она тоже не маленькая, хочу вам сказать. Вот, я как бы не собирался здесь мерить виброметром его, но вот честно не могу ничего сказать по этому поводу. Но такое, ну, как бы качество очень низкое на данной модели кулера. Вот, думаю, что такой кулер я бы никогда не поставил бы в принтер. Вот, теперь буду ожидать, в общем-то, кулера 60 на 60. И потом покажу свою переделку данного принтера. И как он будет там стоять и работать. Мне кажется, это будет намного эффективнее, чем вот как сделал производитель. То есть он дует, там непонятно, знаете, там он вот так вот наполовину закрыт, дует, по идее, вот только этим, и обдувает только всего пару микросхем. По-моему, это идиотизм. Поэтому это надо будет исправить. Так что вот такие вот дела, друзья. Ну что ж, друзья, если вам понравилась данная мини-распаковка, ставь ей большой палец наверх. Если у вас остаются какие-то вопросы, дайте мне знать.